Всем привет, ребят! Всех с праздничком! Опять очередные посылки из Китая. Пришла такая с помощью услуг компании от Новой Почты. Давайте будем вскрывать, что упаковка красивая, большая, объемная, упакованная. Я смотрю, что классно будет. Значит, что-то будет здесь интересно. Ага, камера оказалась. Кстати, я покупал уже ее, но будем открывать, испытывать. Что, в принципе, я так думаю, ну что, видео есть уже на нее. Но если надо, сделаю еще, и ссылочка в описании будет еще. Впечатления о камере остались классные, что в принципе за такую стоимость, что стоит она супер просто. Кстати, офигенная упаковка оказалась и целенькая. Что первый раз я покупал ее, то пришла чуть-чуть примятая. Раз, и два и три. Дякую. Есть. Так, ребят, смотрите, вот такая что упаковочка, еще писа Dual HD, IP камера. Есть, здесь так идет, здесь идет так. Ну, я так думаю, вы все увидели. И, пожалуйста, открываем сюда внутрь. Как у нас идет? Раз. Инструкция. Кстати, инструкция отличается от того, что я покупал. Но я смотрю, что по приложению все так же самое. И в чем плюс, что видите, изначально здесь пишется все на английском языке. Это классно идет. И что у нас есть? Ребят, оказалось, здесь камера есть сама. Есть у нас USB шнур. Как вы видите. Есть крепление специально к потолку или к стене. Есть такая штучка и скрепочка. Скрепочка специально здесь используется, чтобы сбить все установки. Что, в принципе, что вкинули за это им плюс. Что, в принципе, останавливаться я здесь не буду. Что, я так думаю, что все ее увидели уже. Если захотите, ссылочка в описании внизу будет. Идти, где покупал, у кого и что. И в конце я сделаю специально испытание ее, или включается она. Есть. Оставляю я в сторонку ее. И телефон. Идет, что писать в телефон, и что, в принципе, в чем плюс. И шел, 64 дня. Ребят, если честно, открылся спор уже, и в последний день, оказался, вот на территории Украины он. И все-таки я получил его. Все, что упаковочка пустая. Думаю, вы увидите. Я поближе чуть-чуть, чтобы освещение было. Шиписта в кубот. Есть. Здесь у нас пинка. Кубот писа. Экранчик пятерочка. HD MTK 6737 идет. Android. Есть. Что еще? Оперативки 3 гигабайта. E16. Такой у нас есть. И камеры 13, и пятерочка идет. Ну, и в принципе, открываем его. Есть сюда штучку. Автоматом снимаю я. Вот так, чтобы вы увидели в чехле, что в чем плюс. Ну, что бесплатно чехол идет. И силиконовый, и с ободками, что классно. Ну, телефон упадет, то целый останется у вас. Открываем его сразу. Есть сюда. Первый. Шиписта кубот. В принципе, знаете, ну, тест уже был на него, то я останавливаться здесь не буду. Аккумулятор. Открываем эту пимпочку. Шиписта 2350. Что, в принципе, я вкидал, что в тестере 2250. Смотрите, сим-карта. Первая сим-карта 2, и карта памяти у нас идет, втыкается, и вставляем ее сюда. Есть, нет, не вставил, и закрываем сразу. Раз, два, три, четыре. Все, что действительно телефон комфортный и удобный. Я пока включу его,
если включится он, конечно. Оказалось, еще включается, и комплектацию внутри глянем. Что видите, у нас есть аккуратненькое оформление, что, куда и как у нас идет. Для аккумулятора, для всего. Квик-виды, что есть инструкция с кнопочками, что все сделано, в принципе, аккуратно, так как надо. Есть, пишется, квик-старт-виды. Я так думаю, все в курсе, что это инструкция, но кто телефонный использовал, то все есть, что в чем плюс, и поддержка всех языков. Это классно. Еще какая-то бумажка оказалась в Comprehensive Regular. Я не знаю, что это значит, если честно, но что бумажка есть. И еще у нас оказался в комплекте обыкновенный USB, что писал Кубот. В чем плюс? И здесь у нас есть обыкновенный штекер на 1 ампер. Вот и все, ребят, по комплектации и по телефону. Одну секунду, сейчас я включаю его немножко, чтобы включить, чтобы вы и картинку увидели, и сравнение. Сейчас я специально с телефонами и с двумя поклал, чтобы вы увидели отличие. Есть, подключить. Идем, включаемся. Я не знаю, или картинку так, чтобы получше вы все увидели. Живу. Что включается пока. Что смотрит. Нет, спасибо, нам не надо этого. Проверка. Я в стороночку его. Пропустить. Есть, пропустить. Далее, не сейчас, есть, нет, это нам не надо, защищать устройство, окей, что телефон, что первый раз используется, что в принципе и для продажи идет, то и бессмысленно это все делать. Так, смотрите, подсветка экрана и экраны вообще, вот у меня есть телефон от компании Bulbo, сейчас, одну секунду, здесь... Чтобы все лучше сделать, вот нужно такую, оказалось, сделать операцию виджета. Раз. Так, наверное, это так. Ну, секунду. Здесь видите, что экран с двумя искасаниями получается немножко вот. Так же самое делаем и в подсветку по максимуму. Вот, ребят, смотрите, что здесь идет экранчик 4.5, что здесь же пятерочка у нас идет. Вот просто, чтобы вы их увидели чуть-чуть сравнение, что в принципе по картинке в Куботе лучше мне нравится. Картинка покрасивее и светлее идет. Я так, ну, что в первое впечатление, что видите, все-таки ощущается, отличается здесь и технология экрана. И картинка действительно отличается. И сами телефоны, что, в принципе, что толщина их казалось, что в принципе одинаковая, но и с размерами чуть-чуть отличается. Вот так сюда. Раз. Что дизайн, естественно, отличается. Но здесь видите, в чем плюс, что у нас идет каркас из металла. И телефон при падении, то в принципе останется целенький. И есть у нас телефон Umi Max. Из экранчик чуть-чуть оказался здесь побольше, 5.5, и толщина, ну в принципе здесь побольше идет от компании Umi, так что вы увидели раз их и привожу их вместе, вот что в принципе, я думаю, вы увидите. И по экранам, ребят, смотрите сразу отличие, что здесь идет, что смотрите, и в подсветку по максимуму сделаем так же само, как и здесь картинка. Но я так думаю, что вы отличие здесь очевидно. Ну, что видите, но здесь куча телефон, цена $90. А цей я куплял за $140. Что, в принципе, конечно, отличается, но процессор здесь чуть лучше считается. А так, то в принципе, телефоны, ну, и каркас из металла. Что классно. Так, идем о телефоне. Что у нас есть, естественно, включаем. Из настройки о телефоне включается общая информация о телефоне. Я так думаю, это неинтересно. Вписано в Кубот 6
Android у нас идет. Есть, естественно, включил звук вам, что вы услышали, и камеру, что есть уже впечатление об этом телефоне. И думаю, что останавливается опять. Ого. Оказался здесь громкий динамик, действительно громкий. Ребята, и кричит конкретно динамики. Вот идет. Есть, что в принципе, и включу еще камеру. Обязательно, чтобы все увидели, как включается и снимает, как она. Есть, разрешить. Включаем установки, настройки. 13 пикселей есть. Ну, определение сцены есть, и качество на хорошее видео. Включим. Посмотрите, кактус у нас есть. Мой любимый кактус. Есть. И картинка, ребят, что вы увидели поближе. Ну, в принципе, на $90, кстати, камера здесь супер. Первое впечатление, что в принципе, что все классно. Если с классным освещением, то картинка, думаю, будет бомба идти. Вообще. Еще раз. Раз. Опять. Что включаем. Чуть-чуть сближение. Вот у нас есть телефон. Да, что, ребят, что в принципе за такую стоимость оказалось все классно у нас. И видео включим. Поснимаем чуть-чуть картинку. Раз, два. Побегаем на улицу. Есть. Автофокуса у нас здесь тут не оказалось. И видео, что у нас получается. Справка, отзыв. Видео не пишется. И картинку я включил, ребят, чтобы вы увидели вживую, как она смотрится и включается. Что видите, включился автофокус. Что после этого. Что в принципе все терпимо. За такую стоимость я что телефон, я так думаю, что классные будут их покупки. Ну, вообще рекомендую. Если вдруг интересно, ссылочка внизу в описании. Все, ребята, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь мне на канал. Всем счастливо, пока. Так, оказалось, включается, и специально для вас инструкция по подключению. Специально скачали из Play Market или отсканировали приложение с названием Netcam. Включаете его, ребят, пишите AD Device. Автоматом сканируем QR-код, какой у нас сзади идет. Вот так надо. Нет, не получается. Сейчас я сделаю. Есть. Отсканировали. Теперь включайтесь к домашнему интернету. Вот сюда, что включаете в configuration, чтобы вы увидели, что видите, я включил специально из пароль свой и подключаем ее. Ждем. Так, еще видите, уже включается к интернету, к домашнему. И ждем дальше. Что будет? Что и куда и как. Так, все. Подключилась к интернету. Жмем done. Есть, еще видите, еще пишется в камера онлайн. Есть, чтобы вы увидели в картинках, если захотели, что двигаете сюда, что влево, вправо, опускаем ее, если надо, что видите, оказался кактус у нас есть, и отмотаем сюда немножко, и, если надо, вот видите, оказался я с телефоном, что здесь, включайте с установки, если захотели в картинку сделать, взяли фотку, что классите, если захотели, что включаете, что пишется видео, вам сразу всем привет, ставьте лайки, ребят, и включайте звук, если захотели, если за компанию здесь есть динамики. Всем привет, всем привет.
Ну, в принципе, куча включается. Что впечатление о камере, что классные, их покупки, ну, все рекомендую. Если что-то будет интересовать, то пишите. Я специально писать для вас буду. Все, ребята, всем спасибо. Ставьте лайки. Пока.